Перед началом учебного года специалисты сферы образования провели тематический форум. Преобразование 73 – это множество площадок с умными разработками, перформансами и выставками. Проект «Профессионалитет» для выбора профессии, спектакль о великих людях земли Симбирской, летательный аппарат с виртуальной реальностью – все это расположилось в фойе и аудитории Ульяновского педагогического университета. Также представили проект «Билет в будущее». Профориентационный проект для школьников с 5 по 11 класс. Ребята с помощью этого проекта узнают о профессиях, знакомятся с профессиями, проходят не только тестирование, но и практические задания. Образование как живой организм. В актовом зале педуниверситета провели пленарное заседание, на котором обсудили основные векторы развития. Первое – это воспитание. Вектор нашего развития – это школа Министерства просвещения Российской Федерации, которая предполагает единое образовательное пространство. А мы поговорим об обновленных федеральных государственных образовательных стандартах. Губернатор заглянул на форум. Алексей Русских рассказал о главном событии этого года в сфере образования. Совсем недавно из федерального закона об образовании исключили термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования». Это очевидное и очень верное решение. Глава региона также наградил выдающихся педагогов Ульяновской области грамотами и подарками. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.